Ah!
У этих ебучих бандитов пунктик насчет миротворцев. Спасибо. Я заманил кусак в ловушке. Как все прошло? Хитроумные ловушки. Да, они полезны, когда изготавливаю большие партии лекарств. Ты хорошо поработал. Вот твои премиальные. Есть новые заказы? У меня закончился важный ингредиент для снадобья от ожогов. Нужная вещь. Очень важный. Мне нужна ткань бегуна, но обычный бегун не подойдет. К счастью, неподалеку как раз видели подходящего. Они любят передвигаться по крышам. Будь осторожен. Ясно. Турнир. Последний был так давно. Поторапливайтесь. Здорово, солдатик. Вперед, солдат. Я прикрою.
Thank you.
Тебе нужно? Ты руби. Меня сейчас вырвут от этой вони. Нихуя себе. Я не притронусь к этой штуке. Чувак становится немного сыком. Давай, иди, руби. Что это? Он от... Что за срань? Если ты мне попадешься, что за нах... туда просто я не Вот образцы ткани, как ты просила. Превосходное состояние. Будто хирург поработал. Будучи пилигримом, мне приходилось свежевать зверей. Оно и видно. Вот и заслуженное вознаграждение. Ингредиенты не закончились? Заканчиваются. Подожди минутку. Возьми эту мазь и в полнолуние вотри ее в руки мужа. К следующему полнолунию его недуг должен пройти.
Спасибо, ведунья. В полнолуние? Без обид, но это звучит как сказочная чушь. А ночью на улице опасно. Послушай. Тихо, Корвус. Угрозами насилия не снять оковы с разума. При чем тут оковы разума? Я о людях беспокоюсь. Полная луна хорошо видна и через окно. Этого вполне достаточно. Так ты охотиться будешь? Есть тут одна редкая тварь. Принеси мне ее селезенку и печень. И только селезенку и печень. И как ее опознать? Не волнуйся. Когда увидишь, сразу ее опознаешь. И она точно будет не одна. Yeah!
Вот органы, которые ты просила. Уверен, что это та самая тварь? Ошибиться было довольно сложно, но... Ведь это ты, ведунья? Вот ты мне и скажи. Да, я уже вижу. Ты не ошибся. Интересно, не встречалось ли тебе и другое существо, о котором я слышала? Ну ладно, вот твоя награда. Пока поручений нет. Ты отлично потрудился. И, надеюсь, скоро для тебя будет еще работа. Спасибо. А что насчет Корвуса? Вы странно смотритесь вместе. Корвус спас мне жизнь. Он спас меня от ограбления. И с тех пор стал моим защитником. Ясно. Сейчас ничего не нужно. Я с тобой свяжусь. Если нужно будет поохотиться, я дам тебе знать.
лесник наш самый злейший враг. Именно он в ответе за бомбардировку в Черный понедельник и смерть 2 миллионов человек. Жители базара с нами больше разговаривают. К чему вражда? Мы все желаем мира.